Чи розглядають у Кремлі загалом варіант програшу? Я поясню, що я маю на увазі. От США сьогодні повідомили про те, що Україна готується до контрнаступу у найближчі тижні. Пропагандисти теж почали говорити про те, що українські військові можуть провадити, зокрема, і наступальні дії, але незважаючи на ось цей острах від Збройних сил України, все одно намагаються провадити десь наступальні операції, все одно стратегічні їхні цілі, захопити там якомога більшу територію України, залишаються незмінними. А от чи в Путіна в голові, от в російського політично-військового керівництва, чи є в них варіант того, що Росія програє і на полі бою, ну і зрештою дипломатично? Во-первых, вот этих операций нынешние наступательные по попытке захвата каких-то наших городов, там Авдеевки, Бахмута, все, что говорят наши военные эксперты, наше, кстати, политическое руководство, свидетельствует о том, что нет цели у россиян, это цель не чтобы захватить что-то, а чтобы более удачные позиции подготовить к оборонительной операции. То есть к тому моменту, когда мы начнем наступление, должны занять более удачные позиции, потому что самое опасное, как говорят опять-таки военные эксперты, быть вот в этом полумоменте, когда они начали наступление, не закончили его, у них нет оборонительной линии в этом месте, там-то наши могут и прорваться. Вот. Но это ладно, это так сказать, лучше военных экспертов послушать. Значит, что касается того, что в Кремле с настроениями, и, конечно же, Путин вообще в голове даже не держит никакого поражения. И все его ближайшее окружение, то есть те, кто реальные его соучастники, те, кто реально развязал войну, а их просто вспомнить. Вспомните картинку заседания Совета Безопасности РФ 21 марта прошлого года. Вот там принималось решение в начале войны, принималось решение о признании ДНР и ЛНР. И там присутствовали, ну, в сумме, наверное, человек 30. Там, не знаю, кто там, Патрушев, вот, Бортников, Медведев, Матвиенко, Лавров, Шойгу, Собянин, вот это Мишустин, естественно, да, вот эти все люди, это непосредственно главные военные преступники, которые развязали войну, у которых нет никакого пути назад, то есть для них нет будущего без войны. В случае мира они непременно окажутся в тюрьме, ну, либо в розыске, либо они могут прятаться где-то в лесу. Поэтому у них уже нет, обратной дороги нет. У них некуда отступать, их никто никуда не пустит, против них всех введены будут санкции, естественно. И они будут отлавливаться везде, их будут брать живыми или мертвыми. Поэтому они не рассматривают вариант поражения. Они рассматривают вариант до победы в любой ситуации. Пусть даже победа будет через 100 лет, им все равно. Им при жизни не годится, чтобы война эта закончилась. Вот ни при каких условиях. Их устраивает либо победа, либо чтобы война шла всегда. Пока идет война, они живы, они богаты, они хорошо живут. Да, там у себя в России живут, но живут достаточно хорошо. В день, когда закончится война, они оказываются на скамье подсудимых, им это не надо. Нет, они этого не рассматривают, сразу вам скажу. Як уникнути такого варіанту, аби от Росія затягувала цю війну? Чи можуть наші західні союзники, наприклад, додати ще санкцій? Або якісь механізми знайти на російське військово-політичне керівництво? Чи на ось ці бізнес-еліти для того, аби Росія все ж відмовилася від того плану, про який все частіше і частіше говоряться? Розтягнути війну буквально ледь чи не на десятиріччя? А мне действительно хотят растянуть эту войну по максимуму, ну, либо победить, либо растянуть. Есть ли инструменты? Да, но это означает, что этими инструментами надо давить никак не на элиту, потому что элита, она сильно страдать, новых страданий не получит. Им уже запрещен выезд, их детей выслали, надо оставшихся там отловить, выслать из западных стран, это само собой. Но дальше все, они заперты в России, деньги у них есть, есть, на них хватит. Им хватит еды? Им хватит. От голода будут умирать там жители каких-нибудь городов, но не они. У них всегда будут эти виллы, там грабли, все, что нужно, все у них будет. Поэтому на них давить таким способом не надо. То есть нет других инструментов на них лично как-то давить. Объявить в розыск, само собой, вот как объявили уже Путина, я думаю, что не заржавеет за следующими ордерами-то, правильно? Вот следующий ордер, как зрители моего канала «Шатриман» голосовали и сказали, что следующий, судя по их мнению, вот следующий будет Медведеву ордер, потом Шойгу ордер. Потом Лукашенко, извините, потом Шойгу. Это логично, действительно такая последовательность, что Медведев, Лукашенко, Шойгу тоже окажутся в розыске. Вот сегодня Шойгу уже угрожал Финляндии.
в ответ на вступление Финляндии в НАТО. Это тоже, безусловно, будет вписано, так как ядерная держава угрожает неядерной при помощи ядерного оружия. Это вписывается сразу в список военных преступлений, их тоже будут разыскивать. На них давить можно только вот этими ордерами, но это последняя мера. А дальше давить надо не на них, конечно, а на всю Россию. То есть нужно именно всю Российскую Федерацию изолировать, не эту группу из 20 человек. Нет, всю территорию РФ надо окружить, не допустить никакой торговли, отрезать ее от мирового пространства любыми способами. И вступать, конечно же, для этого в коалицию с Китаем. То есть тут без Китая не получится изолировать Россию. Главное – тотальная изоляция России. Уже сегодня у них дефицит бюджета вот за первые 70 дней года, за 70 дней – 70 миллиардов долларов. То есть каждый день 1 миллиард долларов дефицита бюджета. Им не хватает миллиарда долларов в день. В день. Вот. Вот надо, чтобы это все усиливалось и ухудшалось, чтобы они становились беднее, чтобы они были голодные, там, чтобы у них наступала вот эта вся история, как в Северной Корее, чтобы ели траву. Вот тогда это называется инструмент давления. Так голодные люди не способны построить танк, понимаете? Они ничего будут не способны сделать. Надо, чтобы они не могли думать, потому что у них нет этого сахара в голове. Вот такие меры должны предприниматься. Жестокие, да, жестокие. Ну а что делать? Надо остановить жесточайшую войну, которая развязана после Второй мировой. Естественно, тут не надо какими-то гуманитарными методами. Знаете, вот вчера меня потрясло, что ООН выразила озабоченность и что-то там сказала, что проведет расследование на тему взрыва в Санкт-Петербурге, когда взорвали этого татарского, да? В смысле, какое расследование? А когда у нас взрыв в городе, в каждом городе, вчера в Одессе взрыв, они расследование проводят ООН или нет? А у нас в Краматорске взрыв позавчера. Они проводят расследование или нет? Что это за... Они там озабочены взрывом в Санкт-Петербурге. У нас 1000 таких взрывов в день. Вся территория России должна взрываться, чтобы война закончилась. Поэтому совершенно непонятно, пока ООН себя ведет тоже.